вами Придика Тикоя, и сегодня мы будем открывать распаковку Поли Потик. Ура! Я так мечтала о ней, и наконец моя мечта сбылась. Поли Потик. А что это за герой такой, Катюш? Это Поли Потик такая. Это комната такая, да? Нашего героя, девочки, Поли Потик из мультика, да? Да. Я очень часто ее смотрю. Еще один клей. И наконец-то мы достаем Поли Потик. Комнату Поли Потик. Вот такая у нас комнатка Поли Потик. Можно я поближе покажу? Такая большая коробка, огромная. Вот она, комнатка. И инструкция. Можно? Да, конечно. Вот здесь специальные штучки для того, чтобы достать комнатку. Катюш, поворачивай. Отгибают. И поворачивают. Готово. Давай посмотрим поближе. Подожди секундочку, дай мы глянем. Ой, здесь столько много интересного. Ты сейчас нам все-все-все расскажешь, да, Катюш? Угу. Ты же смотрела этот мультик? Я вот не смотрела. Да, я смотрела. Сейчас мы пластик уберем и распакуем. Смотрите, и что я достала? Интересно, это что такое? Оно открывается! Открывается! Смотрите. Это ее пенал. Да? Да. Нет? Пенал. Сейчас мы достанем компьютер. Смотрите. Он вот так вот закрывается. И легко открывается. Красивый такой. Смотри, какое сердечко там красивое. Да. О, смотрите. Стульчик. Стульчик. Такой вот стулик. Он как настоящий. Очень похож на мой стулик. Красивый такой стулик. Маша, еще это стану. Сейчас дам вам на наклею. Все так хорошо упаковано на совесть. Ну вот, мы достали машинку. Смотрите, какая она классная. Здесь даже всякие кнопочки тут есть. Вот такая вот машинка. Дальше. Давайте откроем вот эту вот дверьку. И здесь вот такой вот стульчик. Стульчики с напитками. И здесь вот такая вот каталка на скейте. Теперь давайте откроем кровать. Все двигается, да? Кроватка так вот открывается, а там должна стоять машинка. Ставь туда машинку. Да. Так, машинка, припаркуйся, пожалуйста. Припаркуйся. Это ставь пока все на место. Ставим на место стульчик. И мальчик на место. Так. И компьютер. Давай распакуйся, вот у тебя еще мелочевка осталась такая разная. Да. Доставай. Это наклейки, те, на которых может стоять Поли Потик. Маленькая. Что там еще у нас? Квадрокоптер. Да. Это ого. Квадрокоптер. Вот он, квадрокоптер. Давайте его поставим сюда, на большую полку. Дальше скейт. Скейтборд. Вот скейтборд. Такой вот скейтборд по-настоящему катается. Ставим сюда. Что еще там осталось у нас? Одежда с маленьким скейтом. Смотрите, как классно! Это же одежда от Поли Потик. Смотрите.
шапочкой розовой. Так классно. Смотрите. Она такая мягкая, да, одежда? Да. Силиконовая. Да, прям мягкая-примягкая. Вот такая вот есть. Сердечком такое красивое. А это что такое? Это полутельный круг. Для маленьких. Пони-пони. Ребятки еще, наверное, не знают, или кто-то знает, а кто-то не знает, да, что большая Polly Pocket превращается в маленькую. Да, это скейтик, вот такой вот. Он тоже как настоящий. Здесь вот звездочка фиолетовая. Это для маленькой Polly Pocket, да, Катюш? Все, больше ничего не осталось? Коробочку убираем. А расскажи ребяткам, пожалуйста, как большая Polly Pocket превращается в маленькую. Что ей помогает? Этот вот кулон. А откуда кулончик у нее этот появился? Ее подарила ей бабушка. Бабушка подарила. Ну что, покажем ребятам, как появляется из маленькой, из большой Polly Pocket, как превращается она в маленькую. Давай. Ух ты! Поднимается кровать. И вот здесь выскакивает маленькая Polly Pocket. Вот она. Давай еще раз покажем. Потом ты ее отсоединишь, и мы посмотрим, что она делает. Еще большое. И вот в машину вот так вот выезжает. Для нее, для маленькой Polly Pocket. Ну что, доставай маленькую Polly Pocket. Угу. Пусть она примерит скейт и покатается вот где? На вот этой штучке, да, специальной? Да, у нее такие резиновые. Гнутся, да, ножки? Да, да. Покажи нам, интересно. Пожалуйста. Такая вот маленькая. И у нее ножки гнутся, да, Катюш? Да, вот. Здорово. Что она умеет делать? Это же получается ее комната? Угу. Что она здесь делает? Она может спрятаться, да, вот здесь? Вот здесь. И вот здесь искупаться. Ля-ля-ля-ля. Может ездить на машине, да, Катюш? Да, сейчас покажу, как она, как это садится. Вот, так вот. Это для маленькой или для большой машины? Для маленькой. Для маленькой? Для маленькой девочки. Покажи нам. И она прям сама вот так вот ехает. И она, наверное, выскакивает. Ну-ка попробуем, давай. Она выскочит и поедет, наверное. Волшебная Polly Pocket. Сейчас вот так вот. Давай сейчас. И выезжает, поехала, да? А еще что у нее тут? Рум-тур. Это можно сказать рум-тур Polly Pocket комнаты, где некоторые мебель превращается и трансформируется, например, в спортивные какие-то снаряды, где прячется машинка под кровать. Вот получается шкафчик, там даже гитара стоит, у нее туфельки. И когда вот так вот делаем, здесь выезжает вот это вот, что это такое? А, это музыкальный инструмент какой-то? Да, это этот самый какой-то там, сейчас скажу. Это какой-то, да, это музыкальный инструмент. Би-би-би-би-би-би. Ну, в общем, для воображения детского здесь огромный простор. Можно играть, и с друзьями можно играть, и одной, и с родителями. Всякие разные истории можно придумывать, да, Катюш? Да. Давай на наклеечку покажи, как ты говоришь, что говоришь наклеечку. То есть вот эти наклеечки, да? Да. Получается, вот эти наклейки можно наклеить. Думаешь? Уверена? Ого! То есть это специальные наклейки. Можно приклеить в любое место этой комнатки. И она будет зависать. Например, здесь, да? Да. Или, например, где-нибудь на стене она может стоять, получается, да, Катюш? Ну, давай попробуем одну покажем, а потом дальше будешь играть. Сейчас, я хочу взять, только не малюсенькую. Малюсенькие вообще не отлепляются. Я возьму, где она? Вот это вот. Звездочки, да? Да. Катя приклеила наклейку на стену. И теперь? Со звездой. Волшебство. Давай. И такое вот волшебство получается, что Polly Pocket может стоять
может висеть кверх ногами. Да, Катюш? Даже на носочках. Ну что, давай мы поставим куда-нибудь Polly Pocket и примерим на большую Polly Pocket вот такую одежду. Да, вот такую вот. Ну, очень малюсенькие детали, конечно. Ну, хорошо, что она у меня была прилеплена на руке. Вот. 3+ однозначно для деток. Наверное, не раньше. Примеряем одежду. Покажи нам, пожалуйста, эту девочку. Я с тобой уберу. Она такая милая. Вот этот медальончик подарила ей бабушка. Такой вот. И с помощью этого медальончика она превращается в маленькую поликопольки, да? Да. Ну что, покажи, ну мы посмотрели, давай переодеваем ей новую одежду какую-нибудь, оденем, примерим вот, вот эту, или вот эту вот. Две ноги в одну. Это получается такое шортики-платьишко. Да, шортап. Шортики. Комбинзончик. Шортапатия. Комбинзончик. Привет! Привет! Я придумала, это будет ее спальная пижамка. Пижамка, да. А вот это будет ее уличная одежда, а вот это будет домашняя одежда. Ну вот, Катя уже начинает играть. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем пока! Вы были на канале Твитти Кэти Куин!